У меня уже нету сил. Сколько этот Бьякин качал свои мускулы. Повторяю тебе еще раз. Это не мусор. Это наши мускулы. Гоша, у тебя точно нету температуры? Гоша, о чем мечтаем? Давай пиши. Не могу понять, почему все девчонки сохнут по этому Бьякину. А тебе какая разница? Все твои девчонки еще впереди. Понятно, что впереди. Но почему? Не знаю. Это надо у девчонок спрашивать. Так что, мне надо у всех девчонок в школе спросить? Ну, если у тебя есть такое желание, то да. Так у Сони спроси. Она же в нашей школе. Может, она знает, почему все девчонки его так любят? Ярик, а это идея? Пойду действительно у Сони спрошу. Соня, можно к тебе на два слова? Ну, если только на два. И ты их уже сказал. Поэтому до свидания. Ну, Сонь, у меня дело серьезное. Помоги. Что, помочь игру пройти? Сонь, ну, пожалуйста, будьте сестрой старшей, а не вреднучкой, как обычно. Ладно. Ну, слушаю тебя. Что случилось? Сонь, ну ты же Бьякина знаешь, да? Бьякина? Ну кто ж его не знает? Конечно, знаю. Расскажи нам с Яриком, почему все девчонки по нему сохнут? Ну, Бьякин, он такой... Какой такой? Ну, он такой... Ну какой, какой, Соня? Ну, он такой накачанный. Накачанный? Все, Соня, спасибо. И это все, что тебе надо было? Я все узнал. Оказывается, все не так сложно. Ну, давай, проходи, рассказывай. Это ты. Переставай свои уроки уже делать. Будем мышцы качать. Не понял, в смысле? Соня сказала, что все девчонки от него сохнут, потому что он накачанный. Ты понимаешь? Накачанный. Накачанный? Ну, пошли. Сначала давай поподтягиваемся, а потом побежим на пробежку. Ведь и ноги, и руки должны работать. Это столько работы надо делать, чтобы девчонкам нравиться. Капец. Как тяжело. Теперь я на пробежку. Сейчас только отдышусь. Ну что, Гоша, куда побежим на пробежку? А побежали в город, на набережную. Там классно бегать возле речки. Давай побежали. О, Ярик, смотри, пошли в шахматы поиграем. Да разве шахматами накачаешься? Давай бегать. Я думаю, этими накачаешься. Да это целая башня, а не шахматы. Гоша, хватит баловаться. Побежали спортом заниматься. Ярик, смотри, что это? Это ж тренажеры. Пошли подкачаемся. Пошли. Классно, платить не надо. Не говори, если бы знали, что тут есть бесплатные тренажеры, давно бы сюда пришли. Ладно, пошли на следующий. Гош, я прям чувствую, как у меня мышцы растут. Придем домой, посмотрим, как мы накачались. А сейчас пошли вот на этот. Гоша, пошли еще раз на этом. Мне здесь понравилось.
теперь мы покруче Бякина будем. Ладно, Гоша, я устал. Пошли пробежимся и домой. Ну что, Бякины, накачали мышцы? Не знаю, Соня. Ну посмотри ты. Мы и бегали, и на тренажерах занимались. И подтягивали, что нам еще надо сделать, чтобы накачать эти мышцы. Ну а с гантелями занимались хоть? С гантелями. А как еще мышцы накачать? Ну да ладно, Гоша, пошли еще и с гантелями позанимаемся. Наверное, гантелька легковатая. Возьми-ка потяжелее. Ой! Гоша, а ты не хочешь вторую гантель взять? А то будешь качок одноручкой. Ярослав, ну что, я уже устал. Ну-ка, давай проверим. Не, Гоша, надо еще качать. Мне кажется, что у тебя такие мускулы, как у кузнечика. Ну, до Бякина тебе еще качаться и качаться. У меня уже нету сил. Сколько этот Бякин качал свои мускулы. А вообще, Ярик, у меня созрел интересный план. Если не можем накачать, придется их сделать. Ну что, пожалуй, на двух очков будет достаточно. Ярик, иди сюда. Гош, что ты хотел? Ярик, смотри, что у меня есть. Полный пакет мусора. Вижу. И что дальше? Это не мусор, это наши мускулы. Гоша, какие мускулы? Это целый пакет мусора. Что ты опять выдумал? Смотри и запоминай. Берем прозрачный пакетик. То есть мусор из большого пакета перекладываем в маленькие пакеты, чтобы было легко носить? Да молчи ты, просто смотри. Ну молодец, Гоша, рассортировал мусор. Что дальше? Повторяю тебе еще раз. Это не мусор. Это наши мускулы. И именно они смогут сделать нас похожими на Бякина. Гоша, у тебя точно нету температуры? Ты уже этим Бякиным бредишь. Да не Бякиным я брежу. А его популярностью у девчонок. Короче, смотри и запоминай. Одеваю кофту с длинным рукавом и засовываем наши мускулы. Ну что, братишка, как я тебе? Давай, тоже засовывай. Ну как я тебе, Гоша? Брат, да мы с тобой покруче, чем Бякины стали. Зови Соню, сейчас мы проверим. Эй, систер, иди сюда! О, ничего себе! А Бякин говорил, что 2 года такие мускулы качал. Ну ты же нам посоветовала гантелями качаться. Вот результат. Ну что, Соль, мы похожи на Бякина? Ну-ка дайте-ка потрогаю ваши мускулы. Бякина иди потрогай. Ребята, вы были на канале Масикин.
Подписывайтесь, ставьте лайки, много-много лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик. Инстаграм, ссылочка в описании. А еще заглядывайте на Сонин канал и Федор канал. Всем пока-пока!